улицы. Для вас поэзом одних времен минувших не блицы, в часы досугов золотых. Примите ж вы наш труд игривый и рассказ истории не столь далекой, дела давно минувших дней, предания старинных пор. Будущая беготня, что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или робот мною утраченного дня? Всюду мрак и сон запущен, вот часов лишь одна скучная раздает среди меня. И вот усну, час нежности и неги, он телом бренным здесь лежать остался. Ну, а душой и разумом своим далеком прошлым оказался. Что видит он? Он видит горы, лес, траву зеленую и голубое небо. Такое все, как будто б никогда здесь не был разумный человек, наука и прогресс. Но вдруг, оборотившись он, внизу в долине существа увидел. И принялся он наблюдать, обглавший духом, чтобы его никто случайно не обидел. Сновидения героя на тысячи лет вперед перенеслись.
И здесь до нашей эры веки в пятом другие приключения начались. А в том далеком и забытом веке жил и труды свои писал великий Архимед. Большую пользу он принес для человека. Да, кстати, Архимед нес Шелесту привет. Что смысл основной закона Архимеда вот в этих строчках заключен. После сытного обеда, по закону Архимеда, чтобы с жиром не заплыть, нужно резко покурить. Но ошибается тот зритель, так извращая сей закон. Ведь смысл этого закона в дальнейшей строчке заключен. Тело, впернутое в воду, выбивает из воды силой выпертой воды тело, впернутое в туды. Еще примерно в то же время, но с интервалом в несколько веков, жил бочки Диогена. Он не имел и пил пару бутылок. И вот однажды, выйдя на прогулку, случайно, как бы невзначай, он встретил Архимеда в ванной. Случайно его начальник. И завязался разговор о том, о сём, а просто так. Вот он смысл. Поймет не каждый дурак. Послушайте, однако, сами. Звучал он вот примерно так. Да пусть предел состояния вашей биологической системы при аргументе стремящемся к бесконечности равен бесконечности, а норма реакции лежит в разумных пределах. Здравствуйте, достопочтенный Диоген, вы изысканы, как всегда. Синхронность асимметрии два литма вашего языкового знака равна единице. Да пусть ваша производная будет постоянной. Я также рад вас видеть, дорогой Архимед! А заметили ли вы, как прекрасно сегодня было явление рефракции желтого цвета при угле на светило равном нулю градусу? Оно позвало положительные эмоции в заднюю долю моего переднего мозга, а может быть, в переднюю долю моего заднего мозга. Вы не заметили, как прекрасен закат? Правообразное моего согласия с вами лежит на закрытом промежутке духовной субстанции. Да-да-да, видел. Видели вы, как интересна периодическая функция колебаний воздуха, испускаемых пернатыми, в точках ее пучности? Волк-то-то я видел, а не заметили ли вы, как поют сегодня эти птицы? Да, проколотая окрестности точки функции достигает максимума. Но не могли бы вы помочь мне взять тройной интеграл? Да, действительно, птички поют ничего. Не могли бы вы помочь мне решить одну проблему? Ну что ж, задайте ваши параметры. И в чем же ваша проблема? При любом значении параметра найдется такое эпсилон больше нуля, что при любом значении параметра функция меньше эпсилон. Проблема в том, что я не знал. Ваш главный определитель равен нулю, и значит система не совместна. Так, перевернул нос 6 правого на левый бок, лицом герой наш повернулся на восток. Что удивительно, затылком повернулся он на запад. А что же было на востоке? А жил там грозный Тамерлан. На первого пошел бедняга, с камнями разговаривал он там. Хотя еще там очень много преудивительных вещей. Красивых просто и летательных ковров. Волшебных персиков и алычи, и скороходов сапогов. Там знойных девушек полно, там продовольственный базар. И жил там мук по кличке Мауи. И вот о чем наш мук читал. Мук
Спасибо большое, Леечка Панова. Спасибо. Если так все пойдет, я все-таки пацан, но я буду не муха, а большой султан. Неплохо очень иметь мне 5 жен, как рыба в море, ласка я кружен. Если часто мечтал, вырасту большой, гулять буду я крутой. И теперь нахожусь я в расцвете сил. А расцвет этих сил Аллах благословит. Предупреждает. Колумб! Ну ни в чем не виноват.
главный весь народ. Это мы, американцы, знаем точно наперед. Вы ведь очень плохо знать то, о чем они мечтают. А мечтать они о разном очень любят, если что. Я прошу нас извинять, то, что плохо мы читаем. Вашу азбуку дурную надо долго читать. Вас, наверное, фильм по вечерам смотрели. Вот прошел телевизор, я пишу прям вам. Ты кем был сам гулять? Винюка, ты не юга. Иным скрузом постоянно отношения выяснят. Даже если подождать серию до 1005, то и на автобусе будут отношения. Чтоб недолго объяснять, я хотел вот так сказать. Сейчас мы будем рассказать то, что вы не понимаете. А не понимать вы много, так что слушайте внимательно. Многие из вас не знают то, что мы изобретаем бубл-бум, который можно ротом баблы забывать. Также многие не знают, что мы любим одевать. Ведь есть жена контрастов, очень сложно нас понять. Черным бой, может выйти белым бой, может и совсем не выйти. Может выйти белым. Чем мы любим заниматься? Любим мы в лапсу играть. Только мы ее бейсболом так привыкли называть. Многие не понимают, что в Нью-Йорке там стоят. То ли женщина с веслом, то ли Вашингтоном. Я не понимаю, что на Чурчак громко ржат. Или может приедет думать, что мы вышли вам сплясать? Многие из вас не знают, что мы любим выпивать. Вы вот пьете только водку, колу лучше покупать. Можете вопрос задать. Для супрему что принять? Мы вам скажем, если завка, шубы лучше. Многие не... Знаю точно, что вы знаете. Мы волчон изобретать. Он защитник всей вселенной, может прыгать и летать. Потолок.
рассматриваем стену. Музыка. Thank you.
сейчас еще круче. Перенесемся из этой части земли в другую, хотя не так уж и далеко. Из Франции идея революции перенеслась в Россию. Хоть через 128 лет, но ничего. В России к тому времени сплошилось мировоззрение. Тандем Маркса и Энгельса нам его внушил. Долбили нам в головы социализма идеи, а Ленин великий нам путь одарил. Вырастают дни, бородатые месяцы, луны мрут, но не проходит и лысого года, как по всей стране вспыхивают лампочки Ильича во тьму погруженных колхозов. Землю крестьянам, заводы работе, бабам цветы, детям морозы. Написаны такие вот лозунги. Гав-гав-гав-гав-гав! Вы не бойтесь, он не Зариков, потому он гавкает, что мы не знали, как сделать переход к четвертому съезду компартии. Гав-гав-гав! Ура! Четвертый съезд КПСС! Ура, товарищи! Товарищи! Объединение смерти подобно! Капиталистический мир все сильнее хочет на нас свой поток. Но же время, катастрофическое, не в пальцах трудовых пределов, подрывает нашу, хоть и возрачаточную борьбу, хоть и возрачаточную борьбу против зачатков империализма. Сейчас будет.
И вот лежит и думает на парке он о том, что этого не может быть. Холодный пот покрыл весь лоб его, все члены затекли ужасно. И там подумал герой, все это было наяву, и был за сон его прекрасный. Ощупав с головы до ног все органы свои, и он убедился, наконец, что все же он не спит. А до сих пор с опухшей головой он у себя за паркой сидит. И вот не вот ни гор, ни леса, ни неба голубого, ни травы зеленой. Опять попал он в мир людских сует и в мир научного прогресса. Тут осознал наш ученик, что кончилась литература. Но не заметил, что проспал урок. Ведь не нужна ему вся эта политура. Да и вообще урок пошел всем в рог. Хотя пускай не думает презренный, что все уроки в школе нашей так скучны. Поскольку все-таки она пропитана любовью, как и в их, так и с наших сторон. Мне истина всего дороже. Подумать не успев, скажу, ты всех милей. Подумав, я скажу все тоже. Последний раз зашли на эту сцену с фестивалем. И чтоб подольше нам не расставаться с нею, то песенку финальную свою старались написать мы подлиннее. Станем свидетелями самого богослужения. После богослужения я... Да. Мне очень приятно. Мы находимся в квартире у Абраменко Юлии Александровны.
Юлия Александровна любезно согласилась предоставить свою жилое помещение для видеосъемок и взятия интервью. Юлия Александровна, скажите, пожалуйста, пару слов о футболе. Что вы думаете, он будет в Гонконге или не будет? Я думаю, что он будет, потому как туда заслана лучшая половина вообще нашего города. Он теперь там неизменно должен быть просто. А как по-другому? Спрашивай дальше. А скажите, пожалуйста, вот каково ваше мнение о размножении кроликов в Австралии? Господи, это специально для меня подборка вопросов, да? Индивидуально. Я сейчас возьму анкетку, мне зрители нашего телеканала составили список вопросов, которых вас интересует. Вот, например, что вы думаете о действии допускаемой группы? Извините, это мой. Это не та бумажка. Вот. Что вы думаете о обаятельных мошенниках на рынке труда? Я не думаю вообще на эти темы. Тем более про мошенников. Ну и вообще, и что, и как, отругает нас вдоль и поперек, знаешь, сложит, просчитает, там, перемножит. Причем это в таком тоне, без привыкания абсолютно все делает. То есть, она сказала, это значит, так должно быть. Лариска там пытается что-то сказать, что типа, мам, давай в другой раз, ты вообще, голос что-то каждый раз узнает. Ну, вообще, ну, ей бы это понравилось. Нет, там рассказали такую систему, что вот продаете столько-то баночек, получаете столько-то очков, привлекаете столько каких-то ценные скидки на приобретение товаров. А вот мы, говорит, делаем для своих клиентов. Если у нас будете постоянно что-то покупать, мы вам увеличим скидки. Ну-ну, без хлеба прожить нельзя, а без вот этих вот кремов можно. Вот нам они сидят, красят, знаешь, ну так вот стол весь заложен, и там вот куча косметики такая, знаешь. Угу. И они все сидят, и что-то там, а вот как вот это, а вот как вот это. Я говорю, ну и как вообще, что красить? Ну, вернее, говорю, как цены вообще, то есть это первое сюда. Они такие, ой, ты знаешь, Юль, цены вообще, ну как тебе сказать, новогодние скидки, там туда-сюда, а потом, когда она ушла, я говорю, ну как и цены-то, вы мне скажите. Ну ты знаешь, вот карандашик один стоит 200, там 20, а по новогодним скидкам 160. Я говорю, о, горят в огне вообще. Вот. Да мне в магазине, в нашем торговом, дали бумажку, что приходите к нам в джинсовый магазин, одну, значит, покупаете джинсы так, вторые мы вам даем, типа, бесплатно, презент. Зашел, посмотрел, что джинсы стоят 500 рублей. Сходил на барахолку, узнал, что джинсы те же вроде стоят 200 рублей. То есть двое джинс купить дешевле. Да, то есть купить двое джинс дешевле, чем купить одни и на вторые. В смысле, блин? Неуютно. А, неуютно. Сегодня уютно чувствуешь перед видеокамерой? А ты уютно себя чувствуешь? Не привычки. Привыкай. Батареек, хватит. Хватит. Ты знаешь, на этом самом, на точке, на проводах Петьки, Гореха так у тебя и снимал. Как потом оказалось. То есть ты не видела, но вот... Вот это самое, я потом смотрел пленку. Там только ты в основном. Я сама посмотрю. Можно? Да. Вот то, что она горит, она снимает, или она вот сейчас вот. Нажмешь еще раз, будет пауза. Понятно. Привет, привет. О, сильно близко. С твоей чашки пить чай. Сильно. Там это самое, удалить, добавить вам. Она сама наводящаяся? Нет, у тебя вот палец вот этот вот. Молилась ли ты на ночь? Так кто же пиво? Где? Пиво? Так я же в пиво. Что? В пиво? Ну, в смысле, молилась на ночь. Ну, в смысле, да. Молилась? Злые вы все, уйду я от вас. Никуда ты денешься. Да вам же действительно что-то надо было. И смотрю, этот экран так попался мне. И как раз кусок Терминатора, где он Шварценеггер валится, да, да. Голый так встает и идет. Я так встала, обалдела, и что-то на полусловие. Она мне потом... Я же сама забуду, хоть хотела сходить, вообще кошмар. Я тут бегала, я спит. Ну, а когда работали, да.
Я вот когда тетя была, так одним глазом смотришь, а и приятно, потому что так просто тоже делать очень долго, невозможно. Ну, тогда чего ты брось вообще не проверяй? Так сразу всем зачтено, чего ты будешь париться? Ты Антон обратно возвращается. Это не... А засчитывается как, что я один раз проверял. Конечно. Ну вы уже сразу не кладите на пол, они же сейчас замерзнут. Замерзите, пока они... На них нет. Наука. Нам все равно. Да. Вот у нас ничего не замерзает. Никакого звука. Наука тебе не будет. Петро, вот на асфальте надевать лыжи. Пойду. Лёшка, это Коломбус. Лёшка, тебе камеру не жалко? В смысле? Лёха, блин, я еле на газ стою. Ех! Тормози!